Васильев. Я буду играть сегодня для вас на контрабасе. И вместе со мной лучшие московские музыканты. Это Антон Баронин, фортепиано. Павел Тимофеев, барабаны. И наш гость из Соединенных Штатов, Армир Ли. Ваши аплодисменты. Мы начнем с композиции, которая называется «That's the Light».
Спасибо большое, дорогие друзья. Армир Ли, Айси Сафон. И мы продолжим композиции одного из самых величайших пианистов за всю историю джаза. Его звали Бобби Тиммонс, а композиция называется «Morning». Thank you.
большое собаке Борисе Монин. Только тему мы сыграли не на рояле, а Павел сыграл ее на барабанах, как вы поняли. Продолжим на композиции «My Ideal». Thank you.
Спасибо большое. И мы продолжим композицию Рэя Нобля, которая называется «Чероки». Чероки – это одно из североамериканских индейских племен. Thank you.
антисафон. Антон Баранин. Фортепиано. Павел Сергеев барабаны. Меня по-прежнему зовут Сергей Васильев. И мы продолжим композиции Кенни Гарретта. Это один из величайших саксофонистов за всю историю джаза, который называется Sing a Song of Song. Thank you.
Спасибо большое. А сейчас небольшой сюрприз для вас. Композиция называется Save Your Love For Me. Y'all. I'm good, brother. You sound good over there. The music is cool? Yeah. Cool, because I'm done playing. Peace. Nah, I'm just joking. Y'all paid for this. I'll play you a little bit more. We'll play this song called Save Your Love For Me. And as I always say, I am not a vocalist. I'm a saxophone player. But y'all are so nice and so beautiful. I'm going to sing for you. Is that okay? Yeah. All right. Now, I'm not a vocalist, and this is my job, to play music, right? And so if y'all don't clap, and y'all don't get excited, Sergey will fire me. So I need y'all to give me the extra support, because I'm not a vocalist, okay? Cool. Thank you. See? See? This is Save Your Love For Me by Buddy Johnson. Where are you?
Спасибо большое, дорогие друзья. Еще раз, Альмир Лид, саксофон США. Антон Воронин, фортепиано. Павел Тимофеев, барабаны. И меня зовут Сергей Васильев. В заключение я хотел бы с вами попрощаться с вами одного нашего старшего товарища, заслуженного работника Москонцерта. Он заканчивал свой концерт всегда так. Если вам понравилось, расскажите, пожалуйста, своим друзьям. И приходите в следующий раз вместе с ними. А если не понравилось, расскажите врагам. И пусть они тоже приходят. Всего доброго, до новых встреч!